Привет, с вами Андрей, мы продолжаем Шутер Пиксель Данжон, прохождение воина. Собственно, у нас новый этот, я так и не прокачал. Но нам единственное, что может помочь, перенос рун интересно, импровизированные снаряды очень интересно, импульс тоже интересно, а вот это не особо интересно. Сложно сказать, по идее перенос нам пока недоступен, поэтому он для нас бесполезен в данный момент. Еда, в принципе, неплохо, но, опять же, еда не на плюс 2, поэтому, ну, как минимум, плюс 1 ее стоит качать. Давайте качаем еду, пускай она болтается. У нас количество 5 слотов открыто, давайте заберем 5 слотов. Собственно, еще 2. И один слот пока пускай болтается. Собственно, мы видим слизь. А проблема в том, что мы не готовы пока с ней драться. Нашли короля крыс. Круговая локация. Неплохо, неплохо. Ну, тут, видимо, нам травы не предоставили, разработчик. Любезно нам траву не предоставил. И у нас нет контроля на траву. Да, как вы видите, травы у нас нету. А поэтому что я предлагаю сделать? Круговой локации у нас никакой особо нету. Самая маленькая это та, поэтому давайте убежим от слизи. Она нам постоянно будет урон едким своей хрень оплетиной наносить. Но у нас вариантов нету, в принципе, он будет лечиться. Мы повесили на слизь зачарование. Обратите внимание на количество ходов. Все, давайте посмотрим. На 4 хода, а на нас висит зачарование на 9 ходов. То есть, по идее, слизь за нами будет бегать. И она, в теории, должна даже атаковать. Но из-за того, что у нас... Обратите внимание, нас пробило немножко. Босс нас все-таки пробивает иногда. Не постоянно, конечно, но нас пробивает. Мы убили с горем пополам слизь. Давайте посмотрим отложенный урон. Это 5 единиц, то есть для нас это очень-очень больно. Давайте покушаем. Собственно, как-то так. Мы вроде победили слизь. Ну, конечно, это было непросто. Но из-за того, что неудобное расположение, единственный бег у нас только получается вокруг местности. Да, расклад, конечно, получился не особо хороший, но все-таки у нас мы без магии в данный момент почему-то идем. У нас единственный есть талисман. Что неплохо. Ну и собственно копье. Но копье бы нам в идеале использовать вниз, если сходить. Но нам бы в идеале сначала снять с меча, а потом уже с копья. Ладно, это будет все дальше, позже. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.